Прекрасная ночь, лучше мужчины. Я люблю только две вещи. Госбюджет и твой облет. Здоровья, удачи, лохов побогаче. О, не дал? Ну дай хоть соточку, а. Работяги на стройке пятый месяц только твои обещания едят. Дорогие мои друзья, нам не перечислили деньги. Проклятый коллективный запах топит нас санкциями. Держи. Это люди второго сорта. Лучше машины не было. Придурок, мы тонем! Чё за халат? Это не мои руки. Живот! Охренеть! Чтоб тебе акцент-то был. Я русский! Вася! А где Вася? Где мой Вася? Я Василюк. Ты помнишь, мой приезд был как кирпич. Сейчас я похож на того, кто этот кирпич кладет. Предлагаю закрывать. Ой! У меня тело похитили! Салам, брат! Тяжелая работа у вас. Руки ноют. Думать больно. Рахем, брат! Охренеть! Сколько еще работаешь? Еще 12 часов. Ты тут спи, я тут спи. Этим замечательным людям зарплату выплачу. Ты гость, для тебя все самое лучшее. Плохой человек. Ты должен выполнить то, что предначертано. Это тиктокер малолетний. Не главное, какое тело, главное, какой человек. Люди, я люблю вас. Я такой голодный, целый свинья съел бы. Прикол, шутка не халяльный.